Здравствуйте, дорогие телезрители! Я хочу вам рассказать об уникальных точках, которые помогают при сердечных заболеваниях. Это одна точка находится выше соска на два пальца, 2,5. Вот она, эта точка. Вот. И вторая, которая находится сбоку. Как это определить, эти точки? Большой палец вы находите, а средний палец как раз ложится на вторую точку. И по часовому движению довольно сильно давите на это место, массируете, и сердечные боли начинают проходить. Эти точки выручают тогда, когда нет лекарств под рукой. Еще одни очень хорошие точки находятся на мизинчиках. Это сердечные точки. То есть эти точки, проработав вот эти точки, начинайте работать эти. Довольно сильным нажатием начинаете массировать мизинцы. Правый мизинец отвечает за правый клапан, а левый за левый. И вы массируете эти точки до тех пор, пока сердцебиение, боль сердца успокаивается. Бывают случаи тогда, когда человек не может даже сделать такой, то есть сильный сердечный приступ, и он не может промассировать вот эти точки. В этом случае поступает следующим образом. То есть жевательный рефлекс у нас всегда сохраняется, и даже при очень тяжелом состоянии человек может повкусать пальцы, вот эти мизинчики, для того, чтобы вызвать успокоение, работу сердца. Таким образом, часто люди могут спасти себе даже жизнь. На этом мы с вами прощаемся. Желаю вам долгих лет и не знать боли в сердце. До свидания. Всего вам хорошего.